Теперь о событиях в российской столице. В центре Москвы случилась драка с полицейскими. Они пытались разнять нетрезвых мужчин и в итоге сами стали участниками столкновения. Видео мы получили от нашего гражданского корреспондента. Все случилось в самом центре города. Это улица Никольская. Сначала толпа нетрезвых мужчин устроила драку. Из-за этого прохожие вызвали сотрудников полиции. В итоге они сами оказались втянутыми в конфликт. Сначала один из них скрутил участника потасовки, а затем, когда дебошир начал оказывать сопротивление, полицейскому помогли его коллеги. Мужчин доставили в ближайшее отделение.